Всем привет! Добро пожаловать на канал Краски Праздника. Так получилось, что у меня в морозилке оказалась огромная треска. Треска — это достаточно полезная морская рыба, у нее белое мясо, и она очень быстро готовится. Поэтому я решила из одной рыбы сделать три блюда. Буду снимать каждое блюдо подробно, это будет отдельное видео. Кому интересно, посмотрите, потому что получилось все очень вкусно. Это будет рыбный суп из трески. А чем отличается рыбный суп и уха, я вам обязательно расскажу в видео, где варю рыбный суп. Это будет треска с помидорами под сыром. И это будет треска под маринадом. Обалденные все три блюда. Всем приятного аппетита! Готовлю треску под маринадом. В стеклянную тятницу выкладываю нарезанную на куски треску в один слой. Соль, перец. Сверху лук, нарезанный полукольцами. И морковь. У меня нарезана кружочками. Далее повторяю слои до тех пор, пока не заканчивается продукт. Обычно я делаю 2 или 3 слоя. Каждый слой нужно посолить и поперчить. Теперь готовлю маринад. Полстакана майонеза, полстакана подсолнечного масла и половину стакана воды. Все это перемешать и залить подготовленную в форме рыбу с овощами. Заливаем таким образом, чтобы маринад был чуть ниже, чем последний слой, на 1-2 сантиметра. Закрываю крышкой. Если у вас от формы нет крышки, то можно закрыть фольгой и поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 40-50 минут. Вот то, что у меня получилось. Это блюдо очень вкусное. Рецепт очень рекомендую попробовать. Приятного вам аппетита! Подписывайтесь на канал. Добрая бантиков!